Всем привет, это канал «Правильный выбор». Сегодня расскажу про монитор Dell U3421WE. Подпишитесь на канал и включите колокольчик, чтобы активировать уведомления о выходе новых роликов. Вы сможете поделиться мнением в комментариях, а чтобы приобрести прибор по выгодным ценам, вам нужно перейти по ссылкам, которые я оставлю в описании. Надеюсь, наш обзор будет для вас полезным и вы поставите лайк. Диагональ экрана 34 дюйма, разрешение 3440 на 1440. Соотношение сторон 21 к 9, время отклика 5 миллисекунд, подсветка WLED, матрица IPS, глубина цвета 10 бит, частота обновления 60 Гц. Сверхширокий изогнутый монитор с разрешением WQHD обеспечивает панорамный обзор и еще больше возможностей. За счет увеличения пространства на экране вы сможете эффективно работать в многозадачном режиме без необходимости установки второго монитора. Монитор с радиусом кривизны 1900 обеспечивает поле обзора, минимизирует блики и обеспечивает практически одинаковое расстояние от глаз до любой точки экрана, повышая удобство при работе в течение длительного времени. Кроме того, два встроенных динамика мощностью 5 Вт обеспечивают великолепное качество звука. Невероятная глубина, широта и панорамный обзор помогут вам сосредоточиться на работе. Благодаря технологии планарной коммутации вы можете рассчитывать на согласованную цветопередачу и качество изображения с широким углом обзора 178 градусов. Наслаждайтесь потрясающим реалистичным изображением с невероятной глубиной цвета. Широкий цветовой охват 1,7 миллиарда оттенков соответствует отраслевым стандартам 99% sRGB, 99% REC 709 и 95% DCI-P3. Благодаря охвату 95% цветового пространства DCI-P3, которое обычно обеспечивает почти на 25% больший охват, чем sRGB, DCI-P3 быстро становится стандартом цветопередачи для создания и просмотра контента. Калибровка монитора выполняется на заводе изготовителя. Цветовой охват 99% sRGB и значение цвета разности менее 2 обеспечивают точную цветопередачу без необходимости дополнительной настройки. Размеры монитора 81,3 см в ширину, 35,9 см в высоту, толщина 5,7 см, вес 7,52 кг, цвет серый. Предусмотрено крепление веса 100 на 100. Перемещайтесь по меню и настраивайте параметры экрана с помощью простого и удобного джойстика. Трехсторонняя сверхтонкая рамка помогает не отвлекаться, когда вы полностью погружены в работу. Мастерски выполненная высококачественная отделка цвета Platinum Silver и компактное основание дополняют скрытую систему организации кабелей, которые проложены в ножке этого элегантного монитора. Вы можете регулировать высоту до максимального значения 150 мм и углы наклона и поворота монитора для более комфортной работы. Получите широкие возможности многозадачной работы и удобно размещайте окна приложений на одном или нескольких мониторах благодаря функции Easy Arrange с 38 предустановленными режимами отображения и персонализацией до 5 окон. Функция автоматического восстановления запоминает, где вы закончили предыдущий сеанс, поэтому после отключения и повторного включения питания приложения будут отображаться согласно прежним настройкам. С помощью отчетов по управлению ресурсами IT-менеджеры смогут оперативно получать всю информацию о мониторе и настраивать сразу несколько мониторов за один раз. Экономьте время благодаря клавишам быстрого доступа и легко настраивайте параметры управления дисплеем, чтобы как можно скорее приступить к работе. В данной модели предусмотрено несколько разъемов: один DisplayPort версии 1.4, два HDMI версии 2.0, один USB Type-C 90 Вт, один USB Type-C 15 Вт, один USB SuperSpeed 5 Гигабит в секунду, USB 3.2 Gen 1 Type-B, один USB SuperSpeed 5 Гигабит в секунду, USB 3.2 Gen 1 с возможностью зарядки BC 1.2 при 2 амперах максимум, три USB SuperSpeed 5 Гигабит в секунду, USB 3.2 Gen 1. Один линейный аудиовыход, один порт RJ45. Благодаря разнообразным портам монитор служит центром продуктивной работы, обеспечивая стабильное подключение Ethernet и подачу питания мощностью до 90 Вт, не загромождая рабочего места. Широкие возможности подключения позволяют легко подключаться к разнообразным устройствам. Кроме того, порты удобно расположены на передней панели, что обеспечивает быстрое подключение к периферийным устройствам и зарядку мобильных.
Я выделил достоинства и недостатки модели и расскажу о них здесь, сначала отрицательные. Левая сторона уходит в розовый. Скрипы – плохая сборка. Неровные стыки забиваются через месяц. Барахло с недоделками. Теперь перейдем к положительным. Отличный монитор по приемлемой цене. Модель конца 20-го. Ссылки на полные характеристики и лучшие цены вы найдете в описании под видео. Поделитесь своим мнением в комментариях и поставьте лайк. Если вы хотите получать уведомления о выходе новых роликов, подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. До скорой встречи на канале «Правильный выбор».